это груза для лодки. Это используется вместо якорей. Ага. Когда рыбу ловим, чтобы резиновую лодку фиксировать в воде, чтобы она сносила течение. Угу. Это используются такие якори. Это якорь, да? Это якорь. Ставится два якоря, вот таких два груза. Угу. Угу. А почему их у вас два? Две точки опоры для лодки. А. Она же будет крутиться, вертеться. Ага, чтобы ее не разворачивало, да? Да, чтобы не разворачивало. Поэтому два. А это вы сделали? Ну, это да. А это из чего? Это что? Свинец. Свинец тяжелый. Ага. А вот это сталь сверху. Это сталь, да. Кончик такой привязывает его растяжечку, веревка. А как она сделана чисто технологически, если это свинец? Пробито отверстие, потому что свинец сверлить очень проблематично, он же металл вязкий. Ага. Пробито отверстие, согнут такой крючок. Угу. А, то есть он насквозь, да? Он насквозь, а там забито просто. Угу. Понятно. Ой, мама, а когда это вы сделали? Ой, уж не помню.